Год назад Олег Романов зарегистрировал свое предприятие «Дом Романовых». За короткий период дело молодого предпринимателя принесло ему немало побед, последние из которых во всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России-2014». Олег выступал в номинации «Успешный старт». Первое место стало неожиданным сюрпризом. Конечно, не ожидал, потому что очень год это был насыщен у меня. Я дважды грантополучатель в этом году. На форуме «Утро» единственный занял из Курганской области грант выиграл со своим проектом. Администрация города выделила мне грант. Ну и, так скажем, подытожил год предпринимательским таким «Оскаром». Дом Романовых – это организация, которая проводит занятия для желающих узнать подробнее о танцевальных направлениях 18-19 века и бальных традициях. Раз в 3 месяца под ее эгидой проходят стилизованные костюмированные балы. Подготовка участников этих мероприятий также лежит на плечах сотрудников, которые учат их этикету и танцам. К тому же здесь можно взять платье или фрак на прокат. Сейчас идет тенденция возрождения традиций, культуры именно вот того времени. Да? То есть это очень красиво. Это на самом деле необычный отдых. Это мы людям даем эмоции, те эмоции, которые они не могут получить в быту. В январе Олег планирует открыть новую студию, в которой полным ходом идет ремонт. Вот здесь диванчик, здесь все так стилизовано, люстра у нас будет по центру большая. С открытием студии предприниматель запустит новый социальный проект. Клуб «Серебряный возраст» создается для людей предпенсионного и пенсионного возраста. Валерия Мельникова, Глеб Печорских, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».